Всем доброго времени суток, продолжим проходить Ревенанта. Как можно заметить, загрузил я более ранний сейв. Не знаю, где уж я там умудрился потерять этот последний шестой компонент, но очевидно я его именно из сумки своей куда-то выкинул. Надо будет пересмотреть самому последний эпизод, на каком именно этапе я это сделал. Ну, сейчас разберемся. До этого загрузил сейв, собственно, последний, отправился искать этот сундук, который я якобы не открыл, якобы не нашел этот последний компонент. В итоге обшарил опять весь храм, понял, что все сундуки я проверил, и вот только тогда дошло загрузить сейв другой. Ну и давайте посмотрим. Так, тут у нас две колбочки вот эти вот. Сейчас мы их, собственно, используем. Но перед этим проверим остальные компоненты. Так, тут у нас, получается, 4 штуки их. Так, так. И вот так. Сразу их поставим. Так, это есть. Это есть. И это есть. Корень мы перемещаем в основную сумку. Так, и где-то должна быть еще колба для него. Тут нет. Вот она, колба. Не знаю, то ли, может, я промахнулся как-то, скинул его мимо пьедестала. Не знаю, в общем, не суть важно, но... Такое бывает. Так. Ну вот. Теперь у нас... Все, что нужно, есть, и мы можем открыть себе проход дальше. Все. Исчез у нас барьер. Так, тут я все взял. Кстати, что там у меня по опыту? Вернее, как он у меня распределяется? Так, ум. А, смотрите, мне осталось... Буквально 7 очков набить. Давайте-ка, наверное, здесь где-нибудь на каком-нибудь зомби. Наверняка они тут есть. Вот, например. Товарищ. Вот, другое дело. Так, теперь надо на что-то, наверное, другое переключиться. Не знаю. Хотя, можно и ману покачать дальше. Так. Быстрота, рефлексы. Ну, конечно, наверное, вот эти вот два параметра, они больше именно такому какому-нибудь лучнику подошли бы. Но так как в этой игре лук, ну, сами видите, как реализован. Ладно, давайте быстроту чуть-чуть покачаем, почему бы нет. Ну, тут фактически нет разделения на какие-то классы, вроде там лучник или рога, маг отдельно, ничего такого тут нет. О! Встречают уже. Текс. Кстати, сохраниться бы надо. Что-то тут какие-то странные графические глюки имеются. Две черных полосы вот этих. Ну ладно, так, что у нас? О, нет. Опять ты. Одного такого мы, кажется, уже забили. Пришел, видимо, твой черед. Давай-ка ты сюда спустишься, ага. Давай-давай, спускайся смелее. Да давай уже. Вот зараза с этим отбросом его. Очень мутный тип этот дракон белый. Хотя не все неприятные. Ну, мы его будем вот так вот периодически подкруживать. Так он, по крайней мере, не блокирует ничего. Ну и не атакует, соответственно, тоже.
Так, вроде все подобрал. Главное, бутылку подобрал. Золота-то у нас хватает по-прежнему. Так. Ну что ж, поздравляю. Новая локация, это тот самый храм, видимо. Где-то здесь, вполне возможно, держат похищенную принцессу. Угу. Кто это тут у нас такие? Well, Sabu, it appears Misthaven's great savior has arrived. Amazing, Jaga. I wonder how he made it this far. Good question. We must not underestimate him. But he looks so weak. He is clearly more than he seems, and he must be stopped at all costs. Ягора would not forgive another delay in the search for the last two creatures. То есть это еще и не главные ребята, получается, да? Without the remaining Nakranov pieces, Ягора cannot perform the sacrifice. We must not let this man interfere. I will see to it personally, my lord. Excellent. Make it painful for him. As you wish, my lord. Ну, что-то мне подсказывает, что нам еще предстоит бой с каждым из этих типов. Так, значит, Егору нужны части некого существа. Скорее всего, с ним нам придется драться. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Ну и теперь понятно, зачем ему нужна, собственно говоря, принцесса эта. Скорее всего, для жертвы. Какие-то не очень приятные звуки. Походу, здесь где-то дротики в стене, что ли, не знаю. Не люблю я, кстати, такие ловушки. Одни из самых мерзких. Так. Я уже вижу, кстати говоря, портальчик и мага. Портальчик хорошо, маг не очень. Ну да ладно. Ой-ой-ой. Я понял, ребята. Так, теперь ты. А-а-а, ну да-да, конечно. Как всегда, вовремя мана заканчивается. Прям так мне это нравится. Так. Стоит сейчас, наверное, в город сгонять. Не знаю, есть ли смысл ходить в замок, говорить там с этими главными ребятами. Я уже забыл, как их там зовут. Вот. Ну, посмотрим, короче говоря. Так, золото, да и все, собственно говоря. Вон они, стрелы летят. Это даже не дротики, это именно что стрелы. Да. Давайте сходим. А, ну, точно. У нас же телепорт непосредственно сюда. Так что можно и сходить. Слушайте, а здесь где-то... Вот, здесь же были запертые сундуки, точно. Я пробовал их открывать. Не уверен. У вас не получилось сломать замок. Почему? Может, мне навыка не хватает какого-то? Или его в принципе нельзя взломать? Вполне возможно, что просто нельзя. Я, кстати, даже пробовал. Я вспомнил. Как только мы заимели вот эти отмычки, я сразу попробовал вскрыть сундуки здесь, но они и тогда не вскрывались. Да. Ну, давайте поговорим. Может, что путного они нам скажут. Не уверен, конечно. А, ну... Меня немножко смущает, что вот этот вот Сардак... О, кстати, можно спросить. Меня немножко смущает, что Сардак этот как-то уж больно похож на одного из тех двух типов, которого мы только что видели. Сардак, что ты знаешь о древней королеве? What do you know about the ancient queen? What? I do not see how that has anything to do with your quest. Связано, уж поверь. I realize that. But in the caves I saw. Never mind that. It is unimportant. Ну,
Я так понимаю, он нам не ответит ничего. Кстати, а давайте-ка мы вот что попробуем сделать. Помните, там старикашка такой сидел недалеко от города? Ну, вроде как недалеко. И он нам, кажется, первый сказал, что вот скоро ты все выяснишь, ты меня не помнишь там, но мы с тобой виделись. Что-то типа того было, в общем. К нему, наверное, давайте попробуем сходить. Ну, просто ради интереса. И заодно я, наверное, еще докуплю себе разнообразных бутылей. Посмотрим, не появилось ли чего нового у торговцев. Я, конечно, сомневаюсь. Я в них уже не верю. Но мало ли. Кто ж их знает. Хотя вот по большей части торговцы, именно вот оружием я имею в виду, в данной игре... все-таки бесполезны. Ну, то есть, только им продать что-то, но золото и так, как видите, хватает, вполне себе падает. Его, на крайний случай, всегда можно и подфармить. Ну, на начальных этапах, наверное, что-то можно купить. Не знаю уж. А так, а что у нас тут вообще? Так, ну я тут был, очевидно. Ну, собственно, спасибо. You have risen from hell through the forgiveness of the gods. Не факт. The opportunity to save Miss Haven, to amend your past sins. Save us, and you shall be forgiven. Look, lady, I do not know what kind of half-baked religion you subscribe to, but you are preaching to the wrong guy. All I know of gods and their minions is what little I remember of hell. And as far as I can recall, the experiences were not particularly pleasant. Хм, кажется, я уже с ней говорил тоже, ну, ладно. Так, а это чё такое? Погребок? Интересно, вскрыть. Так. У вас не получилось. Ну, понятно, значит, и не получится. Так, сундуки тут у вас... какие-нибудь еще имеются? Да вроде нет. Так, ладно. Давайте навестим торговчиков по-быстренькому. Благо они на ночь не закрываются. Да, еще можно к мастеру зайти, но, по-моему, от него тоже пользы немного уже. Хотя вроде что-то должно было бы еще открыться. Сейчас посмотрим, в общем. Так. Вот эта дверь, да, вроде как. Ну, и что ты мне скажешь? Что я слишком слаб? О! Отлично! Так. Ну давай, показывай. Ну что-то так себе как-то. Так не, ну как бы здорово. Это оно? Я все правильно делаю или нет? Ну вроде да, потому что эта кнопка раньше не была активна. То есть у нас такое комбо из двух ударов появилось. Причем, кстати, довольно неплохое, поскольку оно еще... Так, ну-ка, давай-ка ты нормально будешь бить. Не знаю, отталкивает ли оно, но по идее должно. Сейчас накопим сил. Проверим. Это все? Или нет? Ну, видимо, нет. Так, ходьбы трижды нажмите удар. Цепь кобры. А, да, надо будет все-таки читать. Так, процессе ходьбы. Ну. Так я нажимаю трижды удара. Или это может быть не тот удар? Да?
Да вроде тот. Ну ладно, давайте сейчас все попробуем, какие есть. По-моему, вот он. Да. Это не совсем то было. Ну и ладно. Так я вроде это умел делать. Или нет? Ладно, давайте еще поговорим, может еще научит чему. Хотя он такой... прижимистый старикан. Многому не учит. Ну да, 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 понятно. Понятно, понятно все с тобой. Так, а... меч-то зачем убрал? Где он там? Этот? Или не этот? Так, стоп, это, по-моему, не он. Или он? Клеймор. Так, урон 73. А у этого 65. Да, вот этот мой меч. И он, похоже, еще долго будет у нас. Тейкс. Ну, по-моему, зато у меня теперь открылся... у меня открылась вот эта вот кнопочка, которая два удара сразу делает. Это неплохо. А вроде до этого не работало. Ну, мне так писали, что еще, по-моему, пара ударов будет и все, собственно. Именно в плане управления имеется в виду. То есть еще пара кнопок и все. Так. Зелье. Нет, сперва сходим к оружейнице и к бронщику. Посмотрим, что там. Тикс. Да что ж такое? Давай-ка не застревай. Да-да. Да я не уверен вот почему-то, что у тебя что-то хорошее есть. В прошлый раз ты тоже так утверждала. Хотя... слушайте, нет, у нее есть хорошие вещи. Единственное, что терзает мне смутные сомнения, что вот могу я что-то из этого, возможно, в руинах найти. А с другой стороны, почему бы не купить, правда? Так, что мы возьмем? Собственно, наверное, сразу фламберг, да, приобретем. Так, а куда он? А это вообще что за меч? И куда, собственно говоря? А, все нормально. Так, катану. Не знаю, катану можно чисто в коллекцию прикупить, но я лучше оставлю деньжат на броню. Что тут, кстати, еще есть интересное? Клеймор. А, ну вот, собственно, катана идет следующая. Наверное, я все-таки ее мог найти где-то в руинах. Ну, лучше сейчас купим. Средства есть, почему бы и не потратить. Так. Можно, кстати, будет что-нибудь продать. Но пока, опять же, деньги есть, не вижу смысла. Плюс никакого веса особо тут нет. Да и место не ограничено, пусть будет. Так, значит, имеет смысл и к бронщику зайти. Посмотрим, что он предложит. Я, конечно, и новый комплект этот особо-то не использовал. Но он немногим лучше того, чего... вернее, тех вещей, которые я сейчас ношу, поэтому... Да-да. Давай, показывай. Давай, показывай. Сразу вниз списка. Ага. Ну вот, кажется, вот это оно и есть, да? Spiked chest plate. Защита 7. А здесь... так, защита 5 на руках. А здесь тоже 5 на руках. Сила 21. Телосложение 20. Минусует у нас реакцию, сопротивляемость магии 0. Это у серебряных. Здесь кулаки. 2%. Интересно, что это значит. Видимо, безоружный бой какой-то, наверное. Сложно сказать. Ну, в любом случае, по параметрам у меня все это... вполне себе.
Подходит. Так, защита 7. Давайте посмотрим, сколько сейчас защиты у меня на текущих шмотках. Защита 6. Если вот эту штуку одену. Защита 6. То есть в любом случае имеет смысл прикупить. Ну давайте купим. В принципе, вот эти вот золотые, серебряные смысла нет покупать. Варварские тут кое-какие. Ух ты. Прям Конан практически. Потом можно будет купить чисто для интереса. Так, а у меня, кстати, наверное, еще и денег не хватит на все на это добро. Потому что цены тут реально вполне себе неплохие. Давайте посмотрим, что имеет смысл заменить. Ну, понятно, что тело и ноги у нас больше всего дают к защите. Так, защиту от магии и огня. Ну, давайте купим тело пока что. О, какие плечи шипастые теперь. Так, что там руки дают? Защита 2. Урон от режущего оружия. Да, и мечик можно сразу поставить. Кстати говоря, вот этот вот. Визуально там, по-моему, не особо изменилось что-то, ну ладно. Так, так тогда можно попробовать тебе продать вот клеймор, допустим. А, ты не покупаешь, да? Ты какой? Ну ладно. В принципе, портал близко. Я думаю, сейчас немножко подфармим денежек, подкупим, если не найдем что-нибудь получше в ближайшее время. Пока так пусть будет. Да, теперь у меня практически полностью. Надо еще на голову что-нибудь найти другое. А, кстати, на голову можно вот этот новый шлем напялить. Чтоб вообще не комплект был полностью. 5. Где там? Вот так вот. Выглядит, конечно, странно немножко. Ну, тут тоже 5. Вот. Теперь у нас вообще все шмотки разные. Так. Ну и в портал идем, да. Дели я, наверное, уже в любом случае покупать не буду. Они еще есть. Да, должно хватить. Мне, собственно, кроме маны ничего и не надо. Не туда. Нам кажется, вот сюда. Угу. Ну, хорошо. Меч, правда, какой-то немножко странный. Вроде как и фламберг, но... Не, чуть-чуть, конечно, есть там, видно. Пиксели просто эти. Видимо, не позволяют отобразить как следует. Да не, не. Волнистость определенная заметна. Единственное, что как-то он в горб себе его воткнул прям так жестоко. Да. Странно. Доспехи, кстати, в игре довольно неплохие. Имеется в виду на вид. Нравится мне, как они сделаны. Вот эти так вообще суровые. Кругом шипы, на локтях шипы. По-моему, даже на спине шипы. Да, на позвоночнике тоже шипы. Весьма неплохо. Можно, кстати, здесь посмотреть. Аж крутится вроде как-то. Раньше вроде крутилось, не знаю. Или нет. Ну, в любом случае так видно. Так, куда там мне надо бежать-то? Нет, не сюда. И сюда, наверх. Так, нам сюда. Ну и отправляемся исследовать храм этот дальше. Посмотрим, что нас там ждет. Будет, кстати, довольно-таки забавно, если я прямо сейчас найду комплект доспехов получше этих. Ну, бывает. Так, сундук, кстати, оставлю-ка я, наверное, открытым.
Да, между прочим, сундук в этот можно, наверное, и свои вещички... А, нет, тут же нельзя складывать. Или можно? Есть у меня что-нибудь ненужное? Или относительно ненужное? Давайте кексик попробуем. Да, действительно, смотрите, можно складывать сундук. Вот это здорово. Вот это мне нравится. Тронимся. Чё, собственно, эти дротики дают? А, они, видимо, дальше преграждают путь. Ну и ладно. Тыкс. Ну ты... Какой суровый дед, а? Затрепал прям, смотрите. Так, надо бы немножко... подпить. Ты там не торопись, не разгоняйся. До тебя дойдет. Оу, что-то пламя опять. Ну вот это бывает, вот этот вот, глюк именно с огоньками, с анимацией. Сейчас, кстати, вообще пропал, заметьте. Огонь как таковой. Так, тут водички хлебнуть нельзя? Вроде нет. Ну ладно, мы двигаем дальше. Тыкс, тут ничего нет. Ого! Эти какие-то уже ребята серьезные, слушайте. Смотрите, он и магией пуляться может. Ну вообще. Крутой. Правда, меч тебе не подбирается. Он, наверное, и не должен. Между прочим, труп не... А, вот все, пропал. Так, ребята. Угу. Вот, кстати, наличие комбо-ударов, это уже хорошо. Ого. Сейчас чуть не вылез. Ха. Интересно. А, ага. Похоже, зря я все-таки снял защиту от магии. Сейчас бы она мне пригодилась. Ну ладно, вроде так пробивает как-то не сильно. Куда-то поехал-то. Странный какой. Что-то не нравится мне это отверстие. Какое-то оно стрёмное. Так, тут у нас големчик был когда-то. Ну что, ты правда тут не можешь пройти? Ну прям вообще непреодолимый ров. Так, мы можем пойти наверх. Кстати, что у нас с картой? Ага. Тут у нас дальше. Ну и тут у нас такие две комнатки. И вот здесь вот у нас как раз таки диалог был между двумя этими прислужниками. Тихо ты, тихо. Разошелся. Так, сундучок. Магический свиток, 6-й взят. Вот это интересно. Вот это я люблю. И, кстати говоря, новая рунка. Рунки мы все любим. Особенно новый. Так, как единственное, мне только ее теперь поместить куда надо. Вот в чем вопрос. Так. Ладно, придется перекладыванием позаниматься чуть-чуть. Просто хочу, чтобы все руны лежали в мешке. Я так и не понял, почему это туда не пошло. Уж не знаю, почему. А это вроде и не руна, или руна. Ну, похоже на руну. А что? Я ее использовал?
Это, кстати, было странно. Или я ее сюда все-таки? Нет. Все правильно, она пошла сюда. Так. Свиток, да, точно, свиток. Так, свиток шестой. Видимо, вот этот, да? Свиток уровня 6. Шторм из камней. Земля плюс небо плюс закон. Так. Ну, вот это, видимо, и есть руна закона. Давайте пробовать. Земля, небо и закон. А в чем проблема-то? Или это не закон? Не, я как бы понимаю, что Вард это не совсем то. Может быть, по крайней мере. Давайте. Нет, походу это реально не та руна. Ну и ладно, что там дальше-то у нас? Катаклизм. Закон плюс жизнь плюс земля. А, Вард это опека. Да, Вард это опека, по-любому. Значит, вот эти пока что мы не можем кладывать. Ну, смотрите, из четырех даже есть. Катаклизм. Ну, это, видимо, что-то совсем жесткое, раз уж четыре руны. Кровь тролля, закон плюс жизнь. Давайте посмотрим, что это такое. Может, каменная шкура какая-нибудь? А, так закона-то нет, что посмотрим-то? Да, точно. Закона у нас нет. Тогда вот эти, опека, железная шкура есть, опека, земля, луна. Так, опека, земля... О! Это заклинание временно увеличивает ваш класс брони. Слушайте, ну это хорошая вещь. Что можно заметить? Давайте пока вот сюда поставим. Так, что еще есть? Паралич. Опека, душа, жизнь, звезды. Тоже хорошая вещь. Не знаю, конечно, насколько действует. Ну, сейчас посмотрим. Опека, душа, жизнь, звезды. Так... Опека, душа, жизнь и звезды. Нервный паралич. Это заклинание действует в два раза сильнее, чем просто паралич. А у меня есть просто паралич? Я вот как-то не уверен. Так, на что бы поставить? Ну давайте пока, наверное, вот сюда. Хотя пески мне не раз помогали, но ладно. Попробуем что-нибудь новенькое. Пока что. Текс. Похоже, она закрыта. А взломать? А если взломать? У вас не получилось взломать замок. Ну, либо оно откроется потом. Не знаю даже. Да. Либо надо будет какой-то рычаг поискать. Посмотрим. Но вроде я так ничего не вижу. Хотя, может, это просто декоративная дверь. Я так понимаю, нам все-таки вниз надо будет потом. Ладно, посмотрим. Так, тихо, не надо. О, вот он ты. Что-то как-то... А, нет, слушайте, так работает-то паралич. И, кстати, неплохая вещь. Ну, на боссов, конечно... Я думаю, не стоит надеяться, что оно будет работать. Но пока неплохо, вполне. Только мана она, по-моему, выжирает дико. Сейчас посмотрим. Тут ребята эти не отреспаунились? Двое, нет? Вроде нет. Ой-ой-ой. Так, что ты такой... Дерзкий-то, а? Не, комбинация вот эта хорошая. Вернее, это даже не комбинация. Дело-то в том, что это фактически одна кнопка. То есть, как бы один удар. Но зато какой. Чуть-чуть хильнемся за счет магии, почему бы нет? Зря что ли качали. Так, тут какое-то место неприятное явно. Но... К
кровь на стене, она намекает. Дырки. Шипы вот эти вот. А, то есть вот так. Не, я пойду, пожалуй. Так это... А, то есть... Ну, понятно. В общем, это что-то вроде тех голов плюющихся. То есть, особо такого прям сильного урона, ваншотящего там... Нет. Так. Что-то мне не нравится это место. Морнингштерн. Тем временем. Затемненный. И золото. Так, коронку нам новую не дали. Как ни странно. Это он? Давайте посмотрим, что там у него по урону. 80 дубина. Черный Морнингштерн. Тяжелое оружие, наносящее серьезный урон. Здорово, конечно, но... Как бы... Несколько... 90, да. Ну, все-таки, видимо... Я был не совсем прав по поводу магазинов. Они все-таки нужны. Тут явно получше продается оружие. Хотя бы вот этот вот фламберг. Так, я хотел посмотреть по рунам. Так, ну, я так понимаю, еще вот одна руна как минимум. А может быть даже еще парочка будет. А это что за знак? А, понятно, это можно без подписи посмотреть. Нет, ну если так, то может еще и три быть даже вполне себе. Ну вот видите, закон еще руна должна быть, ее нет у нас пока что. Ага. Ага. А тут открыто. Вот это неожиданно, где мы есть? Не нравится мне это место. О! Ну, с вами-то, ребята, я уже успел навоеваться немножко. Так. Ну, какой-то такой небольшой лабиринт. Наверное, что-то тут неприятное явно будет в конце нас ждать. Но пока что... Так, тут ничего нет. Не знаю, может быть, я, кстати, сюда зря пошел прям сразу. Хотя сомневаюсь. Сейчас мы... Так, это где это я вообще? Где я есть? Где я лажу? Опа. То есть, тут как бы вообще совсем другая карта. Так. Здесь какая-то то ли крипта, то ли еще что-то такое непонятное. О! Что-то мне не нравится это место. Ваапче. Как насчет паралича? У меня еще почему-то такое впечатление, что пока он в параличе, он еще и немножко защищен от ударов. Не знаю, может, мне кажется, конечно. Так, а что мы тут делали? Золото и все. Не, ну это неинтересно, это как-то бедновато совсем, я бы сказал. Так. Ну конечно, конечно. Главное не дать мне посмотреть на карту. Это же основная ваша задача. Так. Не хочется никакой сундук пропустить. Если я сюда встану, ничего плохого не будет. Похоже, конечно, на какую-то печать. Почему-то сразу ассоциации с Диабло пошли. Уж не знаю почему. Гаргульки тут у нас сидят, да? И мужик.
Смотрите-ка, вы, кстати, резвый малый оказался. Так. Ну, я даже не знаю. Еще давайте, наверное, вниз бегаем сюда вот. Надо бы запас сил подкачать. Интересно, что за это отвечает. Так, ну, теоретически, что там у нас по статам? Быстрота, рефлексы. Ну, это может быть как быстрота, так и рефлексы, в принципе. Посмотрим, если оно вот, поднимется. Хотя оно может и пассивно с уровнем подниматься, собственно. Надо было пораньше вообще этим озаботиться. Все-таки стаминка — это дело такое. Ее тоже, знаете, как и маны, много не бывает. Ну, бутыляку пропустил, как-то я так. Тыкс. Сильнемся мы за счет магии. Не зря, что ли, качали. Я ж только что убил тебя. Немножко смущают меня эти круги. Ощущение, что это действительно печати, которые придется все-таки снимать. И вполне возможно, я сюда несколько раньше пришел, чем надо. Не, я подходить больше не буду. Если вы прям так настаиваете, что не стоит подходить, я и не буду. Надо... Ага. Ой-ой-ой. И тут что-то есть, и там что-то есть. И наверняка еще можно как-то ту дверь открыть с другой стороны, там, где тоже решетка была. Так. Ну, давайте сюда сбегаем. Я даже не знаю, просто... Надо будет еще сверху полазить. Вполне возможно, я все-таки зря сюда рванул. Потому что тут явно куда-то дальше все и глубже спуски. А, вот с пятки убил элементаля. Ну, Чак Норрис. Практически. Так, тут у нас ничего? Ничего. А это что? А это тоже ничего. Так, ну... Не знаю, попробуем все-таки отмычки, но на всякий случай, мало ли. Не, не вариант. Мне кажется, оно как-то потом должно открыться, если вообще открывается тут. Ладно, давайте еще тогда наверх сюда вот сбегаем. Вот это, кстати, ребята такие, довольно-таки крепкие. А, ты еще и хилиться умеешь? Смотри, какой дерзкий. Прям как я.